Понимаешь, что интересно, если сравнивать азиатский мир, Российскую Федерацию, так называемую Китай, там Эмираты Арабские, вот эту хрень, там Африку, и сравнивать Европу, вот даже США тоже к азиатскому, вот к этому, к дикому миру можно отнести, потому что в Европе ты практически не можешь выпендриваться, здесь люди несравнимо более высокой культуры, чем в США, в Азии, в РФ, там, в Эмиратах и так далее. Здесь нет вот этих идиотских, примитивных, конченых понтов, потому что не перед кем выпендриваться. Люди настроены на нормальную, тихую, уютную, семейную жизнь. Ты видишь очень-очень мало дикарей, которые пытаются продемонстрировать кому-то свой Rolls-Royce с именным купленным номером специально. Выглядит это глупо, как-то тупо, дико здесь. Может, и здесь этого очень мало, практически нет, и никому это не интересно. Человек, который пытается доказать, что он крутой, и что жизнь у него удалась, и что вообще он молодец, при помощи не каких-то талантов своих, там, написав книгу, песню хорошую, проявив себя каким-то положительным образом, там, я не знаю, даже вот тем, что он показывает людям, как растяжки делать и оздоровлением заниматься, так называемая йога. А человек, который просто вот как-то так сложилось, что у него есть бабло, которое он тратит, это бабло на какую-то хрень вообще, то есть не на коллекционную машину, за которой сам ухаживает, либо поддерживает ее жизнь, вот эту долгую, там где-то в гараже тратит средства на это. Коллекционные тачки здесь есть, люди любят машину выходного дня, там летом любят прокатиться на каких-то аппаратах, которые стоят часто значительно больше, чем эти несчастные вот для быдла машины, там спорткары современные всякие, дико дорогие, там Rolls-Royce и прочая херота. Бентли отнесем туда же, потому что, ну что это, вот это бессмысленно, понимаешь, вот, и этого здесь нет. В Европе не понтуются, я просто вот представляю там на этих, на Патриарших в Москве, как едут вот эти вереницы, какие-то дикие люди, дикая музыка звучит, вульгарные тачки, вульгарное поведение. Это не европейский стиль. Вот в этом главное коренное основное отличие. Европа — это культура. Западная Европа — это культура. Остальной весь мир — это дикость, отсталость. Поэтому сейчас происходит то, что происходит. Весь дикий отсталый мир мочит друг друга, будет мочить еще больше. То есть там просто все это будет снесено. А Европа будет жить, это будет оазис. Действительно, вот все ржали над этим не сильно-то умным человеком, который заявил, что Европа — это цветущий сад. Но он прав, мы все здесь живем, мы очень много где бываем, мы можем сравнивать. И десятки лет уже вот я сравниваю, что происходит, в каких местах, как, и живу здесь, перемещаюсь, смотрю, и это удивительно, конечно. Разница увеличивается. Если раньше как-то пытались тянуться, пытались как-то все-таки догонять, подстраиваться, подражать Европе, то сейчас все везде проваливаются в чудовищную дикость, и Европа живет нормально, Европа становится лучше, на мой взгляд. Много плохого, да, кризис там, то, пятое, десятое, но какие-то передергивания, закручивания гаек, это все пройдет как пыль, потому что сюда прибывают новые свежие люди, интересные. Вот как раз культурные, развитые, интересные люди, которые хотят жить по-европейски. Из США прибывают, из России остатки интеллигенции сбегают, технической интеллигенции и прочее. И здесь, мне кажется, в ближайшее время будет ренессанс, все плохое уйдет, будет только хорошее.